Всем привет! Меня зовут Дмитрий Лавров, я менеджер компании Zoomleon. Я нахожусь на строительном объекте. Здесь работает экскаватор Zoomleon ZE-335E. Хотим сейчас продемонстрировать его функционал во всех подробностях, максимально детально. Даже поговорим с экскаваторщиком. Его, правда, нет, но он обязательно придет. Экономичный экскаватор. Во! Рабочая масса экскаватора Zoomleon Z335E – 33 100 кг. Объем ковша – 1,6 кубометра. Максимальный радиус копания – 9,83 метра. Максимальная глубина рытья – 7140 мм. На экскаватор Zoomleon Z335E установлен надежный простой двигатель Isuzu с механическим топливным насосом высокого давления, что, в отличие от большинства конкурентов, позволяет быть менее требовательным к качеству топлива. Двигатель данного типа дешевле в обслуживании и ремонте, чем электронный впрыск. Также на Z335E установлено два гидравлических насоса Kawasaki, которые выдают 288 литров в минуту. Такие же агрегаты установлены почти на всех европейских и американских экскаваторах. Zoomleon Z335E укомплектован с завода однопоточной гидролинией и кондиционером, что позволяет оператору комфортно работать в любых погодных условиях. Кабина большой, удобно, не холодно, все очень послушный экскаватор. Функционал данного экскаватора позволяет эксплуатировать его не только для рытья котлованов и выемки грунта, но и использовать его для множества других работ. Усилие отрыва ковша и рукояти составляет 207 и 175 кН соответственно. Эти значения выше, чем у конкурентных моделей, что позволит работать в суровых условиях северных широт и в зимнее время года при мерзлом грунте, не увеличивая рабочие обороты машины. Это в значительной мере сохранит ресурс двигателя, узлов и агрегатов. Все сервисные люки доступны с земли, что ускоряет проведение регулярного технического обслуживания и экономит время простоя техники на объекте. Давление, датчик. Все показывает как норма. Какого оборудования вот здесь показывает вот здесь? Сейчас 7. Поднимаешь 8, 9, 10. Полным оборотом покажу. Работать можно. Каждый день смазываем вот экскаваторы. Частота поворота платформы выше, чем у конкурентов на 0,5%, что позволяет загрузить в смену на два самосвала больше.